Сыграет из этой группы вместе с железнодорожниками испанский Леванте. Мамадиев и Лукао разыгрывают на замахе. Лукао под левую ногу. Сразу же Лукао пробил на третий. Два мяча в двух матчах забили. Почти убрал. Ему очень симпатизировал Станислав Минц. В первой игре пенальти как раз зарабатывает Борис Никаноров. Борис Никаноров попал в руку, и будет желтая карточка. Да, и вот Шатары и получает как раз сейчас эту желтую. Удар! Гол! 1-0! И бежит болельщикам Лукао, с ними празднует этот гол. Спартак, Брага, но они располагались на секторе, который был и выше, и дальше от игровой площадки. А здесь Лукао мог прямо вот вместе с народом отпраздновать свой гол, побрататься там. 1-0 Лукао забил за Локомотив. Поэтому Урсиньо удар! Великолепно играет Бекзатвор. Бекзатвор, да, здорово сыграл, но все-таки угловой. Двумя касаниями как здорово от Федора выходит на Урсиньо и бьет из-под него. Большой мастер. Возу Морейра не попадает. Морейра не было нарушения правил. Может, Локомотив принести. А вот как раз Самохвалов. Удар воротом. Здорово, а? Молодец. Не тушуется. Пробил без обработки. Чуть-чуть. Не повезло. Ну, все по делу в касании. Да, все правильно делал. Ача на Жозе отдавал. Борис Никаноров. Браво! Никаноров двумя касаниями. Супер. 2-0 в пользу Локомотива. Вот сейчас как-то подзабыл это празднование. Может быть, сегодня забьет еще и отпразднует как следует. Акбари вот одной передачей отрезал всех полевых игроков Токио Верди. И Борис Никаноров разобрался с вратарем. Ну, нацеленность. Озу! Озу! Ой-ой-ой, опасно! И это, скорее всего, фол последний. Сколько в пользу Озу Морейра было? Мяч немножко к нему отлетел. И здесь Михаил уже в полупозиции находился и не успел. Озу! Удар! Отражает мяч Бекзатпур. Дар! И реагирует иранский голкипер. Браво! Центру. Бекзатпур. Да, и на выходе. Бекзатпур очень. Бекзатпур несколько раз выручил. Удар головой и гол! 3-0 счет становится. Это Волошин. И из-под кого забивает? Из-под Артем Волошин. Буквально минуту назад здорово отработал в обороне. Ну а теперь забил третий мяч Локомотива. 3-0. И Августов возвращается в ворота нашей команды. Да, Августов, Августов возвращается. Я рад, что российские футболисты забиваются. И страховка здесь хорошая. Момент. Вот, здорово. Забивает. Ну, гол имени Катарина, да? Да, да. Ну, забивает Маурисиньо, но Катарина подготовил. Подготовил почву для этого гола. Но она борется за путевку до финала и сокращает разрыв счета, забивает бразилец Маурисиньо. 3-1. Мамадиев, казалось, вовремя подстраховал, да, но здесь Катарин. Дар, гол! Гол! Ну, как гвоздь забил Сусей Ямагучи. А, нет, не по центру даже, чуть-чуть вправо, но так сильно. Но верхом. Но Бекзатпур не угадал. Да, вот это вот Хосе, то, что у него написано в футболке. Сусей Ямагучи его зовут. 3-2. Уже всего. Озу Морейра. Высокая передача. Катарина. Выигрывает мяч. Какая комбинация, да. 3-3 счет становится. Озу Морейра. Катарина здорово сыграл. Вроде висело долго передача. Претензии, конечно, что он борьбу проиграл. Я не возьмусь все предъявлять, конечно. Он сантиметров на 15, наверное, ниже, чем Катарина. Токио Вердис 0-3. Ушел на ничью. Но это пока только промежуточный результат. Даже во втором периоде еще 2 минуты играть. Чуть вратарь Август. Бекзатпур. И Маурисиньо забивает. Уже 4-3. Ошибка все-таки Бекзатпура, наверное, здесь оформляет дубль в этой игре. Вот смотрим. Просто такой наброс малины. Да, так. Как по мухобойке. Бори. Бьет. Как здорово бьет. И добить Остап Федоров. Не удалось. Жест арбитра указывает, что гол. Длинный ног, наверное, в этом моменте, да?
Так, Маурисиньо разворачивается здесь и бежит. Передача, ну, браво, браво, да. Маурисиньо. Да, Маурисиньо все подготовил, ну, а забивает Матеусиньо. Тоже дебютный мяч. Синьо от него ушел очень, ну, чистую просто. И классный пас под себя. Да. Разыгран... Это 5-3. Разыграно великолепно. 5-3 в пользу Токио Верди. Озу Морейра. Удар. Гол. Идеальный по точности выстрел прямо в девятку. И 6-3 в пользу Токио Верди. Вторая часть матча однозначно за японской командой остается. И 6 мячей подряд они забили. 4 во втором периоде. Вот уже 2. Третьей 12 минутки. 6-3. Озу Морейра. Смотрели Игорь Еремеев, заслуженный мастер спорта, и Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч. Да, увидимся. До свидания.